Здравствуйте, уважаемые виноградари-любители, растениеводы-любители. А сегодня речь пойдет про наши сады. Ну, у кого кто выращивает яблони, груши, слива, абрикоса, ну, в общем, любые косточковые и так далее. В общем, я просто хочу показать свой опыт, чем я теперь белю свои плодовые деревья. Вот, смотрите, я покупаю вот теперь вот такую краску. Ну, без разницы, какая именно, белая, матовая, на акриловой основе, фасадная. Ну, в общем, что это за краска? Это водорастворимая краска, которая позволяет туда внести, в эту краску, вот такую вот вещь. Это у меня раствор медного купороса. Здесь на 5 литров емкости, 200 грамм медного купороса, горячая вода. Разводится очень быстро в такой емкости. Фактически вот уже буквально несколько минут и все полностью разведено. В общем, у меня вот такие вот емкости под, так сказать, то, что я делаю. Смотрите, это масса нета 3 килограмма, но здесь, я так понимаю, 3-литровая, наверное, емкость как раз. В общем, получается таким образом. То есть вот каждая по 3 килограмма, да, вот она. Ну, здесь 1,3 килограмма, да, как раз 3 килограмма вот. Я просто что делаю? У меня одна такая пустая, одна целая. Вот я ее сейчас открываю. Первоначально даже не размешивая можно. Я сейчас добавлю медный купорос сюда разведенный. И потом разолью на две банки. То есть здесь половину оставлю и залью остальное туда. Сейчас покажу, как я это делаю. Так, ну вот я сюда добавил, видите, раствора медного купороса. Вот, теперь я крышку закрываю. Плотно закрываю. Вот. И буду просто трясти ее вот таким вот образом. Ну, конечно, двумя руками. Сейчас это я показываю. Одной снимаю. В общем, сейчас покажу, что получается. Вот я перемешал. Сейчас это буквально ровно минуту максимум перемешивал. Вот, просто взбиваю. Получается вот такая густая, как сметана. Сейчас ровно половина отольет ту емкость. Половину оставлю здесь и добавляю, ну, сейчас покажу, добавлю еще медного купороса. Вот таким вот образом я разлил пополам. Сейчас долью, почти доверху чуть-чуть оставляю медного купороса. Вот буквально прошло полминуты, я налил почти доверху медного купороса. Сейчас буду также перемешивать. Вот я перемешал, смотрите, немножко вздулась сама крышка, в одной, во второй, потому что теплая. Я в горячей воде разводил медный купорос, соответственно, вот она сейчас, из-за того, что температура повысилась, ну, небольшая химическая реакция там происходит, вот, оно все аккуратно, просто открывайте, чтобы не обрызгаться, вот, хлоп, прямо рвануло, что называется. Получается вот такая консистенция жидкой сметаны. Вот она немножко лубоваться, то, что надо. В общем, сейчас покажу, как я все это покрасил уже. Это я буду сейчас следующие деревья красить. Вот сейчас покажу, как я покрасил уже ими. Вот смотрите, вот мои деревья. Это у меня яблоня. После обрезки тут ветки валяются. Буду убирать, когда уже все растает. Вот видите, покрашено, ствол покрашен вот как раз вот этим вот таким вот составом. Вот он. Состав намного лучше, чем обычное, так сказать, белило. Цинковые, что называется, либо что-то еще наподобие. То есть, соответственно, держаться будет намного лучше, дольше. И главное, что это сразу же промазываем мы медным купоросом, который является, будем так говорить, он убивает различные грибки. Он считается фунгицидным средством, то есть не био, а химический фунгицид, но который, в принципе, растению не мешает расти. И так далее. То есть у нас он связан в краске, но не дает развиваться. Можно закрашивать вот спилы. Здесь, конечно, спил не совсем, ну, нормально сделан, ну, ничего, как получилось тогда. Вот. То есть вот такой ноу-хау можете использовать, коллеги. Оно получается дешевле, чем вы будете покупать специальную садовую краску. Сколько будет держаться? Ну, в общем, год у вас будет держаться минимум. Может держаться 2-3 года спокойно. В принципе, в составе медь оттуда не испаряется, она так и остается. Соответственно, фунгицидные средства, то есть функции, они будут выполняться так и так. Вот у меня еще маленькая такая яблонька. Это
карликовая. Вот, то же самое, все покрашено. Вот, красил еще, когда снег не растаял. Сейчас буду докрашивать. Вот, вот здесь не видите, вот ворон. Потому что снег начинает таять, температура. Вот. Кому интересно, пожалуйста, состав: акриловая краска фасадная, медный купорос, вода. Все.